Иванова Светлана. Стихотворение называется «Веды». Читаем? Да, добрый день. Я хочу рассказать, что эти веды, это стихотворение, это информация свыше, была записана 05.05.2020 года. То есть это информация на тот момент времени. Но сегодня очень много об этом говорилось, и мне хотелось бы как раз в конце этой встречи, в завершении, да, как бы немножко подытожить. Вот. Я люблю вас всех до слез, и хочу, чтобы всерьез вы услышали меня, полюбили, как и я. Будем праздник создавать и в любви здесь проживать. Ваши души мне важны, и сердца мне все нужны, чтобы в раз я в них вошел, трансформацию провел. Мы едины навсегда, снова вместе мы семья. Будем вместе в счастье жить, изобилие творить. Чудеса в мой мир вошли, выбор ваш, со мной или вы во тьме своих обид, погрузитесь в негатив. Чтобы выбраться извне, ты приди в свой центр, ко мне. Я творец, и я в тебе, в целом мире на земле, нет дороже мне, чем ты. Я исполню все мечты, что ведут нас в доброту, в истинность. Всю суету ты отбрось, как старый сон, больше нам не нужен он. Будем дальше вместе жить, совершенство проявить я смогу в тебе сполна. Вера мне твоя нужна, и по вере будет вам, лучший мир для вас создам. В этом мире доброта, истинность и красота, изобилие в любви, свет повсюду и внутри. Этот свет тебя ведет к изобилию ворот. Ты мне руку протяни, в лучший мир со мной входи. Ты творец, и я творец. Твое сердце – наш дворец. Вместе дальше мы идем. Ты, душа и я втроем. Триединство сохрани, Свято Духа прояви. Помни, в сердце я живу, и во сне, и наяву. Ты творец, и я творец. Твое сердце – наш дворец. Восстановлен, наконец, цветок жизни и творец. Мы очищены от лжи, от подмен и кривизны. Больше нет во мне зеркал. Я един. Я все сказал. Благодарю. Хорошо. Прекрасно. Спасибо.